уважаемые коллеги. Мастер-класс мой сегодня на тему карминг. Если внимательно посмотреть, слово карминг произошло от английского карминг, что обозначает вырезание. При этом это не обязательно искусство только по овощам и фруктам. Это в том числе по дереву, по льду и даже по камням. Вот такой широкий спектр поделок можно совершить при помощи этой техники карминга. Итак, о карминге сказано очень много. На самом деле, для того, чтобы по-настоящему заниматься кармингом, существуют очень дорогие и очень разнообразные наборы. Наборы ножей и всевозможных приспособлений. Но, как правило, школа в некотором роде, не сказать, что она не имеет достаточно средств, но очень проблемно, во-первых, купить этот набор, и, во-вторых, сохранить его, потому что всегда детям очень интересно, мало того, очень серьезно с техникой безопасности и прочее, прочее, прочее. И сегодня мой мастер-класс будет направлен на то, как сделать вот такие цветы, не имея никаких приспособлений, а только то, что есть у нас у каждого набора. Нам нужно обыкновенная чистка для картофеля и два ножа. Один нож поменьше, другой побольше. Вот, в общем-то, те нехитрые приспособления, с помощью которых мы сегодня с вами будем работать. Я приготовила здесь вот такой небольшую такую цветочную композицию. Она может еще выглядеть вот таким образом, посмотрите, пожалуйста. Вот такая композиция была призером на Олимпиаде. Итак, начнем. В процессе вы тоже можете кое-что я буду показывать, а кое-что вы только будете смотреть. Итак, что мы делаем с картофелем? Ничего, которые потом станут. Просто мы его аккуратно очищаем. Это совершенно несложно, а вот сложнее будет то, как сделать из картофеля лепестки. Обычно я делаю небольшой срез. Можно при помощи этого же приспособления. Посмотрите, пожалуйста. Вот получается вот такой. Я сейчас дам всем попробовать. Но я делаю обычно вручную. Тоже получается достаточно тонкий срез. Пожалуйста, вы можете, я сейчас разделю, вы можете попробовать. Пожалуйста, вам. Пожалуйста. Вы можете взять, попробовать, получится ли сложить из него подобие лепестка розы. Покрутите, пожалуйста, попробуйте. Легко крутится? А теперь возьмите те, которые я вам приготовила, и сравните с ними, как они поддаются. Есть разница? Мягче, раз, и потом те могут даже сломаться, если вы будете очень сильно изгибать, они сломаются. Есть небольшой секрет. Для того, чтобы они стали вот такими мягкими и податливыми, необходимо их выдержать в соленой воде 2 часа. Ну, можно более, но не менее. Итак, мы попробуем создать вот такой шедевр розы. Делаем, как обычно, самое-самое. Вот, и далее, посмотрите, пожалуйста, вот у нас то место, где происходил изгиб. Прямо к этому месту прикладываем и делаем еще одну. Далее, к тому месту, которое соединяется, еще одну. Ничего не изгибайте никак, не старайтесь держать вот так, вот таким образом. Вы просто придерживаете в руке, потому что они будут выскальзывать вверх, если не сделать вот так туго. Еще одну. Для того, чтобы роза получилась вот такой пышной и большой, необходимо не менее 8-9 лепестков. Вот такое количество. Тогда у вас получится очень красиво, очень удобно. Я сейчас покажу, как это получится. Итак, уважаемые коллеги, мы уже подошли к тому, что нам необходимо закрепить. Посмотрите, как выглядит с обратной стороны, да? Вроде бы кажется не совсем просто. Итак, смотрите, я протыкаю насквозь, вот таким образом. А теперь посмотрите, вот лицевая сторона. Она выглядит вот так. И мы ее, отворачивая лепесточки, получаем вот такую красавицу розу. Как видите, получилось очень интересно. Того, когда мы это с вами сделаем, делаем мы разное количество роз, их можно использовать как вот в таком виде. Я потом, конечно, вам предложу их попробовать, потому что они все съедобны, они были просто в соленой воде. Притом соль не очень сильна, и ее можно вполне употреблять в пищу.
следующим этапом. Мне очень приятно, что у вас почти у всех получилось. Замечательно. Пропорция соли на литр воды, одна ложка соли. Вот, да. Ну, вот видите, уже вот такие интересные отделы. Значит, после того, когда она готова, мы опускаем и жарим ее в фритюре. Фритюр можно сделать как во фритюрнице, так и в большом количестве масла. При этом оно должно быть обязательно на подаре, она очень легко удаляется. Вот так, посмотрите, пожалуйста. Они удаляются очень хорошо. И перед вами вот розочка. Мы ее аккуратно выкладываем на тарелочку. Иногда бывает немножечко рассыпается, но в целом, как видите, они не рассыпаются. В целом не рассыпаются. Ну что, уважаемые коллеги, я благодарю вас за внимание. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. Очень интересно. Можно мы еще к вам придем? Будем приезжать. Пожалуйста.